Здравствуйте, дамы и господа. В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор». И я ведущий программы Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях певец Эдуард Стахов. Встречайте. Тебя искал и так долго ждал, нас судьба свела, познакомила. Быть с тобой хочу вместе навсегда, буду ждать ответ, верю, скажешь да. Две половинки, две влюбленные души, я подожду, а ты с ответом не спеши, ведь жизнь дорога. Дорога сквозь туман, а наши встречи удивительный роман. Две половинки, две влюбленные души, я подожду, а ты с ответом не спеши, ведь жизнь дорога. Путь дорога сквозь туман, а наши встречи удивительный роман. Раннюю весной зацветут сады, и у нас с тобой за мечты. Пусть летят года, это не беда, только для тебя повторяю я. Две половинки, две влюбленные души, я подожду, а ты с ответом не спеши, ведь жизнь дорога. Путь дорога сквозь туман, а наши встречи удивительный роман. Две половинки, две влюбленные души, я подожду, а ты с ответом не спеши, ведь жизнь дорога. Путь дорога сквозь туман, а наши встречи удивительный роман. Влюбленные души, я подожду, а ты с ответом не спеши, ведь жизнь дорога. Путь дорога сквозь туман, а наши встречи удивительный роман. Две половинки, две влюбленные души, я подожду, а ты с ответом не спеши, ведь жизнь дорога. Путь дорога сквозь туман, а наши встречи удивительный роман, о нашей встрече. Удивительный роман, о нашей встрече. Удивительный роман. На-на-на, 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 на-на-на. Привет тебе. Добрый вечер, я очень рад, что ну, вы пригласили. Вечер, день тут, в принципе, ну, уже понятия размытые. Слушай, я хочу вопрос тебе задать. Прежде чем задать вопрос, хотелось бы зачитать несколько строчек из интервью, которое ну, очень лестным образом тебя характеризует. Эдуард Стахов, певец, который, несмотря на свой молодой возраст, сумел покорить самую требовательную московскую публику, собирая огромные залы и даря людям счастье, радость, прекрасное настроение, заряд положительных эмоций. Зрители уходят с его концертов, помолодев лет на 20 как минимум. Эдуард, в чем секрет омоложения публики? Объясни, пожалуйста. Ну, трудно сказать, в чем секрет. Наверное, полная отдача на сцене. Полная отдача, когда ты стараешься людям принести радость, чтобы они вспомнили какие-то свои лучшие годы своей жизни или еще что-то, что им было приятно вспомнить. Mm-hmm. И, естественно, когда они это вспоминают, они уходят с концерта всегда воодушевленные, веселые, жизнерадостные. Но это, наверное, еще плюс все-таки личностные какие-то качества. Энергетика, голос, репертуарная какая-то продуманная политика все-таки.
Ну, может быть, я человек скромный, пусть лучше обо мне говорят зрители. Ну, я думаю, что да, конечно, их что-то заряжает. Энергетика, естественно, от меня исходит определенная, угу. которая оздоравливает, так скажем, нашу публику. Ну, хотелось бы попасть на твой концерт и возвратиться опять в бытность лет 20 назад. И у нас звонок, алло. Добрый вечер, Виталий. Светлана, сколько лет, сколько зим? Солнышко, здравствуйте. Большое спасибо. Добрый вечер, Эдуард. Здравствуйте. Хорошо поете. У меня альбом ваш есть. Случайно просто мне принесли. Да вы что? Да. А что я там исполняю в этом альбоме? Там хорошая классика и эстрада. А, замечательно. Там вот три песни Мартынова, например, есть. Вот две песни Бабаджаняна. Ну и романсы, и неаполитанские песни в таком плане. А вопрос есть какой-нибудь, Светлана? Скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы начали петь? И учились ли вы в музыкальной школе? Спасибо. Начал я петь с 9 лет и начал свой творческий путь с театра, музыкального театра юного актера. Это город, прости. Город Москва, в городе Москве. Вот. Начал петь с 9 лет. Серьезно начал заниматься уже профессиональным пением в 15. Угу. А, ну, музыкальная школа. В музыкальной школе не учился никогда. Не учился. Я сразу поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Пришел, покорил всех. Нескромно, конечно, звучит. Угу. И поступил сразу же без музыкального училища и без музыкальной школы. Ну, Светлана, я, кстати, хочу сделать маленькую оговорочку. Для вокалистов существует большое послабление. Если кто-то из инструменталистов обязан поступать, допустим, в музыкальное училище, имея за собой багаж в виде музыкальной школы, то вокалистам позволяет поступать, основываясь только на своем таланте. Я правильно? Да, да, да. В первую очередь, талант. Эдуард, я вспоминаю, честно говоря, пример замечательного, ну, я считаю, великого русского певца с грузинской фамилией Зураба Стакилава. Когда он поступал в консерваторию, по-моему, в консерваторию, не буду лгать, ну, хорошо, высшее музыкальное учебное заведение, его позиционировали как баритон. В конце концов, человек точил себя и пришел к выводу, что более выразительно для него звучит нынешняя его подача музыкальная, вокальная, это лирический тенор на сегодняшний день. Я бы сказал, лирико-драматический тенор у него. Есть нотки, да, согласен. Когда у тебя началась мутация, ну, для людей нормальных объясняю, ломка голоса из детского, из дисконта в мужской, долго ли ты определялся, кто ты, баритон, тенор, в каком диапазоне будешь дальше жить? Наверное, скажу, что долго, потому что вообще у меня всегда был низкий голос, даже в детстве. Угу. И мутация у меня произошла очень легко, я даже, можно сказать, ее не заметил. Но поначалу я начал петь басом. Потом даже у меня возник такой период, что я стал петь тенором. А сейчас определился, что все-таки у меня лирический баритон. Угу. Ну, слушай, эти метания, они, в принципе-то, предполагают поиск репертуара. Все-таки теноровый репертуар и басовый – это очень большие разницы. Да. Это две разницы. Но просто когда человек начинает профессионально заниматься вокалом, еще на первых этапах обучения сложно определить, какой все-таки будет у человека голос. Угу. Потому что поначалу, вроде, он мне казался достаточно бархатным басом. Ну, по сравнению с дисконтом, да, конечно. Потом у меня получилось так, что я осветлил немножко звучание, и у меня получилось теноровое звучание. Угу. А сейчас я нашел какую-то золотую середину между басом и тенором, и получился лирический баритон. Я предлагаю послушать следующую песню, а потом предлагаю поговорить, благодаря каким людям все-таки хорошие голоса, они, честно говоря, должны кем-то обтачиваться. И благодаря каким людям ты сегодня в данной ипостаси находишься. Следующая песня под названием «Остывший кофе». Thank you.
Ты не спеши, подумай, прошу, не уезжай, любви моей безумной. Ты крылья не ломай, преграды и сомнения не повод для тревог, а скорое решение грустяшки для дорог. Остывший кофе, зал ожиданий, встреч долгожданных и расставаний. А поезд уставший тихонько вздыхает, кто счастье встречает, а кто провожает. Не пролетели быстро, как будто в полусне. Любви горячая искра прожгла ладони мне. Я этими руками недавно обнимал, и счастье было с нами, но вдруг вокзальный зал, остывший кофе, зал ожиданий, встреч долгожданных и расставаний. А поезд уставший тихонько вздыхает, кто счастье встречает, а кто провожает. Остывший кофе, зал ожиданий, встреч долгожданных и расставаний. А поезд уставший тихонько вздыхает, кто счастье встречает, а кто провожает. Остывший кофе, зал ожиданий, встреч долгожданных и расставаний. А поезд уставший тихонько вздыхает, кто счастье встречает, а кто провожает. Кто счастье встречает, а кто провожает. Вернемся к нашему тому вопросу о педагогах. Вообще, легко ли было учиться в Гнесинке? Серьезное заведение это. Серьезное заведение. Учиться было тяжело, особенно некоторые предметы, связанные с гуманитарными дисциплинами. Потому что, когда человек занят творчеством, он полностью погружается в творчество. Угу. И это и вокал, и актерское мастерство, и танец, и сцен-движение. И уже на гуманитарные дисциплины остается меньше времени, и, как правило, их проходишь за неделю до экзаменов. А специализация обучения – академический вокал, насколько я понимаю? Да, академический вокал, да. Как оперная. О педагогах. Что можешь сказать? Потому что зачастую слышу такие речи, что многие педагоги душат личность и делают... Ну, по определенным стандартам, похожим либо на себя, либо на какого-то определенного певца, для которых у педагога является идеалом. Да, первым моим педагогом – это моя мама, которая оперная певица. Угу. Она мне дала первые азы вокального искусства. Но, как понимаете, заниматься с мамой – это достаточно сложно. Поэтому я решил... Объективизм пропадает. Да, потому что я решил, что все-таки нужно заниматься у другого человека, потому что... То, что скажет мама, это, может быть, будет обидно. А то, что скажет другой педагог, это уже как-то стерпишь и проглотишь. Mm-hmm. И сделаешь так, как нужно. Вот, поэтому в моей жизни появилась Лиана Сергеевна Шехова, заслуженная артистка России. Она мне занималась со мной, подготавливала в консерваторию в Гнесинку.
В консерваторию я не поступил, поступил в Гнесинку. Не потому, что просто там мне было невозможно заниматься, потому что она работала в консерватории, и если я учась в консерватории, я бы не мог бы с ней заниматься, а так как она мне была очень дорога, я пошел в Гнесинку, выбрал это учебное заведение, чтобы... А, такой политический, психологический да, момент. Да, чтобы нужно было мне именно так поступить, иначе бы просто я не смог бы заниматься с ней. Она мне дала очень много, научила меня и правильно петь, и научила и фразировки, как делать фразу, как исполнять артистично какие-то произведения, чтобы не просто выйти и спеть, просто доложить вокальные, показать свои вокальные возможности, а чтобы именно публика поняла то, о чем ты поешь, чтобы это затронуло какие-то там определенные биотоки, которые произвели бы впечатление. Я понял. Ну вот, в принципе, это очень немаловажный момент, потому что оперные певцы есть такая тенденция любить или показать голос. Есть такой момент самолюбования. А вот работа над образом и вот именно вытянуть из души то, в принципе, ради чего ты и выходишь-то на сцену, чтобы на 20 лет омолодить публику. Да, да, да. Вот это нужно, может не каждый. Нужно именно завести и затронуть публику. Да, вот мне кажется, Андреа Бочилли в этом смысле просто певец уникальный. У него каким-то уникальным образом сочетается и я не скажу, что это академическая подача, но как он поет... Ну да, у нас смешанная такая эстрадно-академическая. Как он поет классический репертуар и как он поет эстрадный. Вот он нашел, к его счастью, как мне кажется, ту золотую середину. И умеет человек вытаскивать из себя не только то, что ему Господом дано, а то, что изнутри вот эта вот энергетика, вот это тепло, вот это добро и до слез. Да, до слез. Я тоже очень люблю его и очень часто слушаю. И многому учусь. Чему, например? Вы знаете, вот он же незрячий человек. Угу. И поэтому глазами он не может играть на публику. Единственное, что у него остается, это только голосом. Передать все содержимое голосом. И вот этому я и учусь. Чтобы не только красивыми глазами обаять публику, но еще чтобы какие-то вот в голосе были краски, которые бы тоже ее затронули. Давай послушаем следующую песню под названием... О, кстати, по поводу песни «Нельзя жить и не любить». Как с любовью? Помогает ли любовь в творчестве? И есть ли вообще? Нашел половиночку свою или нет? Нет, пока не нашел. Занимаемся этими поисками. Конечно, любовь помогает. Это агентство работает на все это. Занимаемся. Да, занимаемся. Сам лично все-таки. Нет, сам, конечно, занимаюсь. Сам. Угу. Слушаем. Нельзя жить и не любить. Метры часы сквозь дождинки небесной слезы. Жаль, что мы с тобой не поняли друг друга, и пути навстречу заслонила вьюга. То, что было, никогда не повторить, но нельзя на свете жить. Вернешься и вновь мы друг другу подарим любовь. Или сам я пойду за тобой и скажу, мне не надо другой. Жаль, что мы с тобой не поняли друг друга, и пути навстречу заслонила вьюга. То, что было, никогда не повторить, но нельзя на свете жить и не любить.
живешь ты в далеком краю, эту песню тебе я пою. Верю, песня к тебе прилетит, а судьба нам ошибки простит. Жаль, что мы с тобой не поняли друг друга, и пути навстречу заслонила вьюга. То, что было, никогда не повторить, но нельзя на свете жить и не любить. Жаль, что мы с тобой не поняли друг друга, и пути навстречу заслонила вьюга. То, что было, никогда не повторить, но нельзя на свете жить. Эдуард, вообще, я, насколько понимаю, сегодня ты к нам пришел с абсолютно иной программой, с которой выступал, ну вот, допустим, раньше. По поводу того, что происходило раньше, из чего состоял твой репертуар, твои любимые композиторы? Репертуар мой поначалу составлял из репертуар классических композиторов. Это Чайковский, Рахманинов, угу. Бородин и так далее. Это были оперные арии, романсы. Потом я сделал программу старинных романсов. И исполнял долгое время старинные романсы. А потом настал такой период, когда это все случилось случайно на одной из центральных концертных площадках. Я познакомился с замечательными авторами, заслуженной артисткой России Татьяной Барановой и Андреем Гоптарем. Я с ними подружился, и мы начали сотрудничать. И вот сейчас уже, можно сказать, готов наш совместный диск, где звучат только их песни. И вот сейчас песни, которые сегодня прозвучали и будут дальше звучать, это этих замечательных авторов. Есть ли желание каким-то образом охарактеризовать или, может быть, даже определить формат того, что ты делаешь, ну, сейчас здесь? Ну, трудно сказать, что это за формат. Ну, я думаю, наверное, популярная музыка. Угу. Что-то от шансона, что-то от популярной музыки. Как такой синтез небольшой. Ну, эстрадный такой шансон. Да, эстрадный шансон, так скажем. Ясно, ясно. Чего же еще ты хотел спросить вот именно по этому поводу? Легко ли для тебя работать было? Ну, я считаю, все-таки достаточно новый жанр. Это все-таки не Чайковский, не Рахманинов и не старинные романсы. Нет, это было, конечно, очень тяжело, потому что это уже совершенно другая подача, более открытая, эстрадная. И в этом мне помогли мои друзья Татьяна Баранова и Андрей Гоптарь, которые достаточно много мучились со мной, чтобы вытащить из меня то, что вот сейчас вы слышали. Ясно. А самые большие проблемы вот в освоении этого материала какие были? Какие-то технические, не знаю. Ну вот более открытое пение, это да. Что еще? Да, это более открытое пение, эмоциональное пение, движение, танец в каких-то песнях, там, где это уместно. Угу. Вот над всем этим работаем и до сих пор. Работали и до сих пор работаем. Ясно. Насколько давно возник вот этот проект? Проект это возник, сейчас в настоящее время я являюсь студентом Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства имени Маслюкова. Вот я там сейчас учусь и готовлюсь к новой сольной программе, которая вот в сентябре уже будет звучать. Угу. А в Москве и по всей России. В чем разница обучения Гнесинки и данного заведения? Ну, разница в том, что там больше дается пластики, больше танца, больше актерского мастерства. Угу. Вокал, как ни странно, немаловажную роль играет, потому что в академическом пении все-таки нужно больше проявлять как с музыкантской точки зрения, более музыкально исполнять, нежели... А в эстрадной песне нужно... Образ, чтобы был определенный. Кураж. Кураж, драйв и так далее и тому подобное. Угу. Насколько действительно тебе вот ближе как бы сегодняшнее творчество от классического?
Вы знаете, я не отказываюсь... Или это как эксперимент, или все-таки ты видишь в этом свой действительно будущий путь? Я думаю, что это мой будущий путь, хотя я ни от чего не отказываюсь. Я буду петь и оперу, и оперетту, и романсы, и, естественно, эстраду. Ну, кстати, вот если взять в пример Николая Баскова, ему очень много пришлось потратить времени на прессу, на как бы медиа, информационные каналы, чтобы доказать, что он все-таки оперный певец, нежели эстрадный. После того, как он несколько лет, там сколько, 5, 7, 8, попел эстрадный материал, ну, честно говоря, не очень убедительно. Вы знаете, никому ничего не нужно доказывать. Нужно просто делать свою работу. И все. Послушаем следующую песню. Следующая песня «Отгорели, отлюбили». Ускользает рука, словно быстрая река. Еще шаг и гроза, говорят твои глаза. Закружила метель нашу теплую постель. Замолчала душа, ум решает не спеша. Отгорели, отлюбили, расстаемся. Прошлое теперь мы не вернемся. Память словно лист осенний бьется. Он зеленый вновь на ветке не проснется. Тесен дом наш и мал, он чужим каким-то стал. Неуютно вдвоем, но опять чего-то ждет. Может, скажет рассвет, в чем земной любви секрет. Как ее не терять, чтобы вновь не повторять. Отгорели, отлюбили, расстаемся. Прошлое теперь мы не вернемся. Память словно лист осенний бьется. Он зеленым вновь на ветке не проснется. Горели, отлюбили, расстаемся. Прошлое теперь мы не вернемся. Память словно лист осенний бьется. Он зеленым вновь на ветке не проснется. Отгорели, отлюбили, расстаемся. Прошлое теперь мы не память словно лист осенний бьется. Он зеленый вновь на ветке не проснется. Эдуард, я хотел бы отлистать несколько страниц твоей жизни. Год 2005. Япония. Ты был признан лучшим голосом из России. Расскажи, пожалуйста, об этой поездке, что это были за концерты и вообще какие впечатления? Впечатления замечательные от этой поездки, тем более я был признан лучшим голосом из России. Я был на гастролях, и вот за весь год компания, которая проводила эти гастрольные туры различных исполнителей, признала, что в этом году теми артистами, которые она занималась,
среди этих артистов я оказался самый лучший. И мне вручили приз в виде громадного дракона, на котором написано, что «Лучший голос 2005 года». Вообще оригинально, конечно. Лучший голос ассоциировать с драконом, с громадным. Ну, у них все с драконами в основном ассоциируется. Ну да, да, согласен. А как это было? Расскажи, что за город, что за концерт, как? Ой, город Осака, Токио. Сейчас уже трудно вспомнить, какие именно города, потому что это был 2005 год, 5 лет назад. Какая компания была там? Я имею в виду, с кем выступать приходилось? Выступать мне приходилось с коллективом русских народных инструментов, китайским коллективом. Ой, это странно, конечно, звучит, но они все играли на русских народных инструментах. Вы знаете, что они очень любят наше творчество. Песни «Катюша», «Подмосковные вечера» и многие-многие другие. Очень любят российскую культуру. И они меня пригласили, и вот я с ними выступал по всей Японии. Как вообще репетировалось с китайскими братьями? Хорошо очень репетировалось. Они настолько любят наше творчество, они изучили его вдоль и поперек, поэтому очень легко. Естественно, переводчики, я японского языка не знаю, поэтому... Я знаю, вообще оригинально быть лучшим голосом в Японии из России с китайскими товарищами. С японскими. Я китайский сказал. Так я почему это? Извините, ради бога. Потому что в Китае тоже был. Нет, с японскими, конечно, с японскими товарищами, которые играют на русских народных инструментах. Впечатление от страны? Впечатления очень хорошие, хотя, несмотря, я никогда не думал, что в Японии холоднее, чем у нас бывает. Холоднее? Да, потому что я приехал, у нас была глубокая осень, а не так было холодно. Я был достаточно легко одет, а когда приехал туда, я очень расстроился, потому что было настолько холодно, а у меня не было никакой теплой одежды, и мне пришлось туго в этот период. Вообще Даже заболел. Вот для меня Япония, не знаю, это загадка номер один. Ни разу по азиатским странам не ездил. Что там интересного вообще? Вот тебе вот как человеку и как артисту, в конце концов. Ну, знаете, любому артисту это не важно. Япония, Италия, Испания. Публика, она везде одинаковая. На японском не приходилось петь? На японском пел я какую-то песню. Сейчас уже даже не смогу воспроизвести. Но я и не прошу, потому что я понимаю, голову ломать. Да, был такой случай, когда мне пришлось... Правда, я пел по пипитру, когда стоял и с текстом. Но все равно им было это очень приятно. Ясно. Какие чувства в душе возникли? Написано было русскими буквами, правда. Ну, это поначалу, да, когда не углубляешься в материал. Я помню тоже, по-английски сначала писал транскрипцию русскими буквами, а потом, когда уже голова начала работать в нужном направлении, уже что слышу, то записываю, ну, на английском, все по-правильному. Что возникло в душе, когда ты понял, что ты лучший певец в России, из России? Ой, вы знаете, я человек скромный, поэтому... А ты по-скромному? Мне было, конечно, приятно. Было приятно, но я как-то особо даже не афишировал об этом, никогда об этом, мало об этом говорю. В основном это говорят об этом другие. Ясно. Какие страны еще посетил? Какие страны тебе аплодировали, спрошу я так по-скромному? Франция, Италия, Испания, Польша, Северная Корея, Южная Корея, Китай, ну, естественно, Япония. Ливан. Ну, много. Уже Ближний Восток пошел. Да. Какая страна наиболее запомнилась и какая публика запала сюда больше всех? Франция, Париж. Мой любимый город, моя любимая страна. Расшифруй. Ну, как расшифровать? Просто мне там приятно, мне там легко. Тот дух, который там витает, трудно объяснить. Но мне там очень хорошо. Были ли какие-нибудь предложения по поводу того, что либо поработать в этой стране долго, либо остаться вообще? Пока таких не возникало предложений, чтобы долго работать и остаться. Хотя все в жизни возможно. Слушай, Эдуард, а в каком возрасте ты первый раз из России выехал? В каком возрасте? Наверное, лет 10 мне было. С театром, музыкальным театром юного актера. Ладно, давай послушаем следующую песню. «Ты, любовь, береги» называется следующее произведение.
среди звезд и молитв. Телефонный звонок, кто-то в трубке молчит, для общения далек. Ты замкнулась в себе и не в силах понять дни ушедших уже, не вернуть, не догнать. Нить любви разорвать, ревность повод найдет. Ты любовь береги, и она не уйдет. Нить любви разорвать, ревность повод найдет. Ты любовь береги, и она не уйдет. Можно память просить, вспять все дни повернуть, мысли все прокрутить, но любовь не вернуть. Нашумел и ушел, это все сгоряча, но раздался вдруг стон. Тихо гасла свеча. Нить любви разорвать, ревность повод найдет. Ты любовь береги, и она не уйдет. Нить любви разорвать, ревность повод найдет. Она не уйдет. Эдуард, еще несколько, буквально одну выдержку из интервью с тобой. Однажды у Эдуарда Стахова спросили: вы не хотите найти себе продюсера? Он ответил: мне интересно самому пробиваться на сцену, я наедине со своим слушателем, зал, музыка и я. Для меня это все, к чему я стремлюсь. Эдуард, преимущества и недостатки свободного полета? Вы знаете, преимущество – то, что ты свободен. А недостаток – то, что гораздо дольше приходится идти к своему зрителю. Но тут... А может быть, все-таки найти продюсера? Может, все-таки пожертвовать своей свободой и... Вы знаете, я считаю, что мой главный продюсер – это Господь Бог. Если Он так посчитает, Он приведет меня именно к тому человеку, который мне нужен. Ну, слова высокие. Я, честно говоря, не отважился бы на такое высказывание, но, честно говоря, сам понимаю, что, честно, тут
тоже руковожусь такими же принципами. Даже не знаю, что сказать. Нет, после этого. Помогает. Вот то, что вы меня пригласили в программу, благодаря Господу Богу. Не сложили бы так обстоятельства, вы бы не пригласили. Вообще, ты веришь в случайность, нет? Я верю в Бога. Молюсь и жду, когда Он мне поможет. Ну, а я просто предлагаю послушать следующую песню. «Чувство влюбленности» называется она. Жить без чувства влюбленности скучно на свете, и не нами придуманы тонкости эти. Как весна за зимою вновь приходят рассветы, полететь за тобою я готов на край света. Небесам лучезарным улыбнусь благодарно, не пройдя сквозь ненастья, не узнал бы я счастья. Небесам лучезарным улыбнусь благодарно, не пройдя сквозь ненастья, не узнал бы я счастья. Пусть всегда отправляемся с новой надеждой, прогоняя из памяти, что было прежде. Все обиды забыты, на земле нет безгрешных, горизонты открыты для свершений успешных. Небесам лучезарным улыбнусь благодарно, не пройдя сквозь ненастья, не узнал бы я счастья. Небесам лучезарным улыбнусь благодарно, не пройдя сквозь ненастья, не узнал бы я счастья. Скучно на свете, и не нами придуманы тонкости эти. Как весна за зимою вновь приходят рассветы, полететь за тобою я готов на край света. Эдуард, пение – это работа. Это видно, что любимая работа, которую ты посвящаешь, естественно, основное время своей жизни. Но с 9 лет, как ты сказал. А есть ли увлечения какие-нибудь? Нет. Только сцена, сцена и еще раз сцена. Много ли времени вообще занимает подготовка к сцене, разучивание репертуара? Ну вот расскажи свой среднестатистический день. Среднестатистический день – это я встаю в 9, в 10 часов, когда нет концертов. Если есть концерты накануне, то, конечно, так как человек возбужденный, он как можно позже получается позже лечь, естественно, встаешь позже. А так вот встаешь в 10, пьешь чашечку кофе и вперед.
Куда? Что-то либо репетируешь, либо что-то новое, либо что-то повторяешь старое, потому что каждый день есть какие-то выступления, корпоративы, в сводных концертах приходится выступать, поэтому каждый день работа. Угу. Слава Богу, что она есть. Как долго приходится готовиться к концерту, я имею в виду, ну вот распеваться, допустим? Распеваться я как... По большому счету особо не распеваюсь. Я начинаю концерт, стараюсь с менее вокально трудных произведений. Uh-huh. И потом постепенно голос разогревается и входит в свое русло. Ясно. Но слушай, неужели вообще никаких? Отдыхаешь-то ты как? Объясни, пожалуйста. Иногда бывает, что 4 часа в сутки отдыха, а остальное работа. Ты хочешь сказать, вот у тебя настолько плотный рабочий график, что приходится иногда спать по 4 часа? Конечно, конечно. Потому что нужно каким-то произведением нужно выучить танцы, каким-то произведением нужно выучить, например, придумать какие-то определенные фишки, чтобы это прозвучало, было интересно публике. Поэтому все время мозг работает на то, чтобы что-то новое придумать. Чтобы это не было, как у всех, а было именно так, как у меня одного. Слушай, а ты вот абсолютно в свободном полете или все-таки какому-то музыкальному театру, может быть, имеешь отношение или филармоническая какая-то принадлежность? Я в свободном полете, так скажем. У меня есть, конечно, друзья. Это вот Андрей Гаптарий и Татьяна Баранова, которые со мной очень много занимаются и, можно сказать, делают меня так, как это должно быть, на сцене. Они делают тебя все-таки по своим лекалам? Нет, они, конечно, прислушиваются и к моему мнению, но в основном они советуют. У них просто больше опыта, чем у меня. Угу. Я еще молодой. И на спор тебя не развести никак? Я имею в виду, тебе говорят, Эдуард, надо делать так-то. А ты говоришь, господа, одну секундочку. Я чувствую абсолютно по-другому. Естественно, бывают такие ситуации, когда я просто не могу сделать то, что от меня хотят. Естественно, я пытаюсь как-то сгладить обстановку и попросить, чтобы это было как-то более приемлемо, чтобы я это мог сделать, совершить. Угу. Во сколько спать укладываешься? По-разному. Когда очень устаю, могу в 11 лечь. Когда не очень устаю, в 3, в 4. А для сна сколько тебе оптимально? Все-таки для вокалиста, сон это... минимум 8 часов. Минимум? Конечно, чтобы хорошо выглядеть, чтобы хорошо звучал голос. Это, конечно, нужно соблюдать режим. Потому что если хочешь всегда быть в форме, его нужно соблюдать. Слушай, для меня все равно непостижимо. Выезжаешь в другую страну, и неужели не хватает, вернее, нету времени и нету желания, в море искупаться, на лыжи на какие-нибудь встать? Нет, бывают такие ситуации, что и на пляж можно сходить, и позагорать, и отдохнуть какой-то день, к примеру. Например, я когда был на гастролях в Японии, я был там 2 недели, из которых я 10 дней не спал. Угу. Потому что разница во времени, когда нужно спать... Я бодрствую. Это очень тяжело. Когда нужно бодрствовать, мне хочется спать. Поэтому это было очень тяжело, конечно. Как питание местное на голос не повлияло? Нет, питание... Да нормально, я все всеядное, все ем. Все, что вкусно. А что любишь? Люблю макароны по-флотски. Это мое самое любимое блюдо. Угу. Вот я тоже люблю по-флотски, но я помню, как мама делала в детстве с ливером. А потом я, честно говоря, особо-то и не встречал просто с фаршем, просто с этим, с тушенкой. Нет, у меня мама, у нее определенный рецепт, вот именно так, как делает мама. Угу. Давай послушаем следующую песню. Жалко, что нет тут ничего про еду, было бы интересно. «Талисман» называется песня. В ночи ты дрожишь в моих руках пламенем свечи, согревая и томя музыкой любви. Нет счастливее меня, когда рядом ты.
чтоб душа твоя запела, чувства заиграли вновь. Прикоснусь к струне умело и настрою на любовь. Чтоб душа твоя запела, чувства заиграли вновь. Прикоснусь к струне умело и настрою на любовь. Ты мой свет, мой талисман, озари мне путь. Ни к чему тебе обман, самый верный путь. Жить готов всегда любя, от вранья устал. Нет красивее тебя среди всех гитар. Чтоб душа твоя запела, чувства заиграли вновь. Прикоснусь к струне умело и настрою на любовь. Чтоб душа твоя запела, чувства заиграли вновь. Прикоснусь к струне умело и настрою на любовь. Эдуард, каждому музыканту, по-моему, рано или поздно приходит такое состояние, когда хочется что-то написать. Вот приходят ли тебе такие состояния, и что из этого получается? Был период такой в моей жизни, я даже написал одну песню. Мне это очень тяжело удалось. Я решил, что все-таки каждый должен заниматься своим делом, лучше я буду петь, а музыку и слова пишут авторы. А ты решил взяться и за музыку, и за текст, да? Да. О чем песня должна была получиться? Она получилась, она даже записана. Называется «Ты жизнь моя». И после этого ты решил поставить... Да, это я решил, что все, хватит, лучше заняться другим делом. Хорошо, что о песне сказали профессионалы? Или тебе хватило своего собственного мнения, своей рецензии? Нет, песня получилась хорошая, и профессионалы тоже вроде отметили, сказали, что достойная. Ну, так как в чем же дело? Почему-то я ее... Хотя песня хорошая, но я почему-то ее не пою. Слушай, а сколько лет тебе было, когда ты к этому эксперименту пришел? Ну, трудно сказать, ну... Год 23, наверное. Угу. Не, ну, в принципе, музыкальный вкус-то уже сформированный. Ну, в принципе, да. Можно понимать-то. Ну, не знаю, я первый раз, честно говоря, встречаю человека, который написал хорошую песню, понимая, что вроде получилось и текст, и музыка, и поставить на этом жирную точку. Или все-таки в грядущей перспективе... маленькой точечкой в темном туннеле светится. Все вдруг... может быть, все может быть. Угу. Но пока этим не занимаюсь. Ясно. Есть ли дуэты в твоем творчестве? И есть ли вообще желание спеть? И если есть, то с кем? Дуэтов пока в моем творчестве нет. Ну, не считая оперных дуэтов, когда вот я учился, обучался или в каких-то концертах. Но это как бы обязательная программа, да, была. И в концерты я тоже пел дуэты из оперет, из опер. Но когда вот сейчас начал петь эстраду, пока дуэт у меня не родился. А если была бы возможность, ну нет, возможность она всегда есть, с кем бы, например, бы? С кем бы, ну, конечно, хотелось бы с женским полом исполнить дуэт, угу. Потому что о любви можно сказать только с девушкой, с женщиной. И поэтому, если... кто-то отзовется и захочет спеть со мной дуэтом, с удовольствием спою. Вы знаете, я очень трепетно отношусь вообще к любым артистам. Я считаю, что это самые лучшие люди на земле, которые только есть. И если они несут людям радость,
Ну и дай Бог им всем здоровья. Поэтому я бы спел с любой женщиной, с любой девушкой на нашей эстраде. И все-таки хотелось бы более конкретного ответа. Я, может быть, даже не буду переходить на личностные, как бы, на персоны. Ну, допустим, Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье, оперная дива, рок-певец, с твоей стороны, если рассматривать тебя, ну, не знаю, как позиционировать-то уже, эстрадный шансон, либо конкретно академический вокал, кто бы это была? Это была бы эстрадная дива, либо это была какая-то супер-оперная певица? Ну, знаете, из оперных певиц я очень люблю Елену Образцову. Из эстрадных певиц с детства, вот с такого детства, люблю Аллу Борисовну Пугачеву. Если Господь даст такую возможность, был бы рад с ними спеть. Но это было бы уже трио, в конце концов. Ну, а почему бы и нет? Ну, почему бы и нет, действительно. А мы слушаем следующую песню под названием «Мотылек». Своей свечу на крыльях радости влечу. Свети, моя любовь, я мотылек ночной, готов родиться вновь, твой охранять покой. Свети, моя любовь, я мотылек ночной, готов родиться вновь, твой охранять покой. Так зажигай же, зажигай, так зажигай же, зажигай огонь. Бездны чувства на краю, однажды знаю, что сгорю. В любви охвачены огнем, не сожалея ни о чем. Свети, моя любовь, я мотылек ночной, готов родиться вновь, твой охранять покой. Свети, моя любовь, я мотылек ночной, готов родиться вновь, твой охранять покой. Так зажигай же, зажигай, так зажигай же, зажигай огонь.
Эдуард, есть ли у тебя, ну, понятно, кроме Елены Образцовой и Аллы Пугачевой, есть ли авторитеты вообще в музыкальном мире и вообще сам кого слушаешь? Авторитеты, я еще раз повторюсь, я очень люблю всех артистов, без исключения. И у каждого из артистов, когда я смотрю концерт, я что-то подчеркиваю для себя, чему-то учусь. Ну, это, согласись, слишком обобщенное мнение о собственных приоритетах. Это то же самое, что я прихожу домой, ставлю в качестве колыбельной Юрия Шатунова и с наслаждением отхожу ко сну. С утра я просыпаюсь и слушаю группу «Мираж», потому что я люблю всех артистов. Так не бывает. Почему не бывает? У меня именно так и есть. Да ну кого ты слушаешь? Всех. Да ну, не может быть такого. Всех слушаю. И у каждого чему-то учусь. Может, я чего не понимаю? Почему? Ну, правду говорю, правду. Я не могу кого-то выделить. Я сказал, что вот я очень люблю Образцову и очень люблю Аллу Борисовну Пугачеву. Это вот вершина, до которой, может быть, и никогда не дорасти. Хорошо. Из западной музыки или, может быть, из классических певцов? Ну, не может человек с очень хорошим музыкальным образованием быть всеядным. Такого не бывает, я не поверю никогда. Ну, почему не бывает? Ну, бывает. Я и люблю и Доминго, и Паваротти, и Карероса, и... Вилазона, и Бочелли, и Тита Гобби. Всех-всех, с удовольствием всех слушаю. Я не могу выделить кого-то, кто-то лучше, кто-то хуже. Они все хороши в своем. Нет, я понял, Эдуард. Из наших ты умалчиваешь, наверное, все-таки из-за своей тактичности и хорошего воспитания. Поэтому ты говоришь, люблю всех. Люблю всех. Я очень люблю и трепетно отношусь к творчеству любого артиста. Я не лукавлю, я действительно так и делаю. Уважительно согласен, потому что каждый артист, по сути, творец. Сейчас очень многому учусь у заслуженной артистки России Татьяны Барановой. Я на нее смотрю и просто... грубое, может, слово, обалдеваю. Думаю, господи, как же бы мне вот так же сделать, вот как она. Эдуард, я понимаю, что можно уважительно относиться ко всем, но слушать всех невозможно. Просто невозможно. Почему? Да по определению. Твоя любовь дороже всех наград. Называется вот следующая песня. Признаться, не тая, на мысли я себя ловлю. Сегодня больше, чем вчера, одну тебя люблю. И ты должна меня понять, и если сможешь, то прости. Я не хочу любовь терять, другой такой мне не найти. Хочу тебя увидеть вновь, все объяснить и вернуть назад. Я понял, что твоя любовь дороже всех земных наград. Хочу тебя увидеть вновь, все объяснить и вернуть назад. Я понял, что твоя любовь дороже всех земных наград. Ты часто снишься мне во сне на перекрестке двух дорог, и, улыбнувшись, даришь мне из книжки вырванный листок. На нем написано «Прощай», но это только-только сон. Весна в окно стучит «Встречай», звонит счастливый телефон. Тебя увидеть вновь, все объяснить, вернуть назад. Я понял, что твоя любовь дороже всех земных наград. Хочу тебя увидеть вновь, все
все объяснить, вернуть назад. Я понял, что твоя любовь дороже всех земных наград, дороже всех земных наград. Увидеть вновь, все объяснить, вернуть назад. Я понял, что твоя любовь дороже всех земных наград. Хочу тебя увидеть вновь, все объяснить, вернуть назад. Я понял, что твоя любовь дороже всех земных наград, дороже всех земных наград, дороже всех земных наград. Эдуард, у нас еще есть время для песни, и я думаю, что будет немножечко, совсем немного времени для того, чтобы поговорить. Но я предлагаю сейчас послушать песню, заключительную в нашей программе, и я тебе задам сейчас вопрос, если останется время, немного, то после песни было бы здорово, если бы ты ответил. Самый-самый в твоей жизни концерт. Пока поешь, подумай, пожалуйста, вспомни, потому что вопрос, ну... Он еще предстоит. Ну, начинается. Я эту Булгакову слышал, да. Вопрос Шарикова. Самое большое и важное событие в моей жизни. Оно у нас впереди, у вас. «Лабиринт любви» – следующая песня, и тем не менее... Друг друга были влюблены, и было на душе тепло и ясно. Расстались, в этом нет ничьей вины. Твоя судьба с моей судьбою не согласна. В лабиринтах судьбы можно долго блуждать, в лабиринтах судьбы можно счастье искать. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой, в лабиринтах судьбы заблудились с тобой. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой, в лабиринтах судьбы заблудились с тобой. Ручьем журчала на рассвете речь, запомнил я твоей руки касанье. И не было приятней наших встреч, эмоций не жалели мы и слов признания. В лабиринтах судьбы можно долго блуждать, в лабиринтах судьбы можно счастье искать. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой, в лабиринтах судьбы заблудились с тобой. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой, в лабиринтах судьбы заблудились с тобой. Остаться вместе нам не суждено. Судьба играет нами, как захочет. Не для меня горит твое окно, а ветер странствий снова мне в лицо хохочет. В лабиринтах судьбы можно долго блуждать, в лабиринтах судьбы можно счастье искать. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой, в лабиринтах судьбы
заблудились с тобой. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой. В лабиринтах судьбы заблудились с тобой. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой. В лабиринтах судьбы заблудились с тобой. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой. В лабиринтах судьбы заблудились с тобой. В лабиринтах судьбы можно долго блуждать. В лабиринтах судьбы можно счастье искать. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой. В лабиринтах судьбы заблудились с тобой. В лабиринтах судьбы нет дороги прямой. В лабиринтах судьбы заблудились с тобой. Заблудились с тобой. Заблудились с тобой. Эдуард Стахов радовал нас сегодня своими песнями, своим голосом, своим темпераментом. Эдуард, и все-таки самый-самый концерт, главный, который был в твоей жизни. В моей, да, жизни. Наверное, самый первый концерт, когда мне было 10 лет, и я пел неаполитанскую песню «Вернись, Соренто». На русском языке? На русском, да, конечно. Тогда еще я не знал итальянского. Слушай, а какие-то, ну, не знаю, твой первый фестиваль, где тебе сказали: «Эдуард, да ты молодец, юноша, нужно дерзать». Да нет, наверное, у меня не было такого. Я даже не собирался быть артистом, несмотря на то, что я с 9 лет на сцене, я не хотел им быть. Слушай, вот для меня вот это, честно говоря, удивительно. Об этом нужно было вначале. Не хотел им быть, но потом почему-то так я заболел этой болезнью. Но сцена, она тащит за уши. Хотя я с 9 лет на сцене и... Слушай, а кем хотел ты быть? Расскажи, пожалуйста. Я хотел быть милиционером, пожарником, учителем. А потом стал артистом. Слушай, ну, честно говоря, для меня удивительно. Просто удивительно. Ну, милиция... Ну, ясно. Что хочется тебе пожелать? Дерзайте, творите, любите... Эдуард Стахов сегодня у нас в гостях. Спасибо. Спасибо. Смотрите нас всегда. До свидания. Счастья вам.